Садятся два новых русских. Один говорит: здорово, братан. А ты знаешь, какой крутой, оказывается, султан Брунея? Шо, круче, чем я? Да, у него на дне рождения Лучано Павароти пел, понял? Ха-ха, а шо ж ему оставалось делать, когда в это время у меня пел Миша Шафутинский? Спрашивает сынулька у нового русского: папка, а что такое филиал? Хм, сынуля, ты помнишь вот свой ночной горшок? Да, папа, помню. Так вот это вот твой горшок и есть филиал нашего унитаза. Новый русский первый раз пришел в общественную баню, значит. Ну, разделся и почесал в женское отделение. А ему там, значит, говорит: гражданин, вы куда? Мужчины ж в другом зале. Он говорит: так я ж не голубой. Сидят два бизнесмена на ночных горшках и тужатся. Один говорит: братан, а ты как думаешь, вот это вот? То, что мы сейчас делаем, это умственный или физический труд, а? Я думаю, что умственный. А чего? А вот потому, что если бы это был труд физический, мы бы с тобой обязательно кого-нибудь наняли, а? Братан, а где ты так классно нырять научился, а? Да, в прошлом году на Канарах, когда на берегу увидел одного насоса, которому должен 3 штуки баксов. В Монте-Карло из казино выходят два новых русских. Один голый совсем, а другой в трусах. Вот который голый говорит: братан, вот знаешь, за что я тебя уважаю? Вот ты знаешь меру, когда надо остановиться. Лысый новый русский приехал в институт красоты и говорит, значит, девушке-стилисту: девушка, вот когда моя прическа будет такой же, как у вас, я заплачу вам 5000 баксов. А девушка говорит: нет проблем, и быстро побрила себя наголо. Один новый русский из Москвы продал своему партнеру из Саратова, значит, 2 вагона парафиновых свечей. Ну, тот через пару дней ему звонит, говорит: Вася, что ж ты делаешь, что ты мне продал? Они ж не горят, эти свечки твои. А этот ему говорит: слушай, а нахрена они должны гореть? Это ж свечи для бизнеса. Вот. На перекрестке, значит, 600-й Мерседес врубается запорожец. Ну, из Мерса выходит здоровый детина, подходит: слышь, мужик, ну ты и попал. Ну тут не меньше, чем на 10 штук баксов. А мужичок достает из кармана пачку, значит, баксов, и говорит: на. А тут ошалел, говорит: слушай, мужик, а откуда у тебя такие деньги? Он говорит: да я кроликов развожу. А у них откуда? Новый русский спрашивает у гостя: ну что, тебе нравится вот эта картина, а? Смотри, это ж подлинный Рафаэль, а? Ништяк. А что тут написано, Райка? Да этот лысый козел, ну адвокат тут это, посоветовал, чтобы я все имущество на всякий случай переписал на жену. О. Приходит новый русский домой и застает жену, значит, с любовником. И говорит: ну ты же, блядь, дома с любовником. Она ему говорит: во-первых, это не любовник, а спонсор. А во-вторых, это не блядство, а бизнес. О.